Здравствуйте! Вы на канале Вяжем Жанны. Сейчас я поделюсь с вами вот такой вот регланной линией для вязания реглана сверху. Смотрится очень стильно, красиво. Очень красиво смотрится на спортивных свитерах с воротничком резинка 2 на 2. Вот смотрите как. Такая вот. Не видно даже прибавки, да? Вот они прибавочки все с этих с двух сторон. Вяжется очень-очень легко, смотрится эффектно. Вот так выглядит с лицевой стороны, вот так выглядит с изнаночной стороны. Отличная регланная линия для свитеров, хоть женских, мужских, детских, подходит для всех. Давайте покажу на образце. У меня здесь набрано 20 петель. Я провязала резинку 2 на 2 и отделила маркером. Так, вот у меня лицевая, да, вот сторона, вот хвостик. Вот лицевая сторона. Вот отделила маркером 6 петель. Вот 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Около маркеров не будем довязывать 2 петли, и после маркера тоже покажу, как сделать прибавочку. С изнаночной стороны провяжем как установочный ряд. Если вы вяжете по кругу, то я сейчас буду вязать до маркера изнаночными петельками, так как у меня поворотное вязание. Если вы вяжете по кругу, значит вяжете лицевыми. Я вяжу до маркеров изнаночными петельками. Это, повторюсь, установочный ряд. Далее он повторяться будет, как у вас, какой рисунок вы выбрали. Такой рисунок и выполняете, да? Вот дошли мы до маркера. Маркер перекидываем. Вяжем здесь резиночку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые. Дошли до маркера, маркер перекидываем. Здесь я снова довязываю изнаночные петельки. Все, довязали ряд. Теперь я в лицевом ряду. Вот хвостик у меня в лицевом ряду. Сейчас я вяжу лицевой гладью. У меня лицевая гладь, да. Я вяжу лицевую гладью и до маркера не довязываю 2 петли. Вот, не довязали 2 петли. Теперь первую провязываем лицевой левой спицей, захватываем левую сторону у петли провязанной, вот так. Повторю еще раз. Левой спицей захватываем провязанную петельку вот так вот, левую сторону. И провязываем лицевой скрещенной. Мы сделали прибавку. Вторую провязываем просто лицевой. Провязали. Вот между этими петельками у нас образовалась прибавка. Маркер перекидываем. Здесь мы вяжем по рисунку резинку 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Все, провязали. Маркер перекидываем. Далее вяжем 1 лицевую. Левой спицы захватываем одну сторону провязанной петли. Провязываем скрещенной лицевой. Эту провязываем лицевой. Мы снова сделали прибавку и довязываем ряд. Довязали. Переходим на следующий ряд. У меня поворотное вязание, значит, я все петельки буду вязать по рисунку. У меня идут изнаночные петельки. Маркер перекидываю. Между маркером у нас идет резинка 2 на 2,
маркер перекидываем и довязываю изнаночными петельками. И если у вас круговое вязание, значит вы вяжете лицевыми до маркера. Провязали по рисунку, маркер перекидываем. Здесь мы вяжем резинку 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Маркер перекидываем и снова вяжем по рисунку. У меня изнаночные. И повторяем эти два ряда. Давайте повторим. Вяжем до маркера до 2 петель. У меня по рисунку лицевая гладь. Я вяжу лицевые. Вот до маркера не довязали 2 петли. Первую петлю мы провязываем. Захватываем левой спицей одну сторону петли, провязываем скрещенной лицевой, следующую провязываем лицевой. Мы сделали прибавку. Маркер перекидываем и вяжем регланную линию резинкой 2 на 2. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Маркер перекидываем. После маркера вяжем одну лицевую, одну сторону захватываем, провязываем скрещенной лицевой, следующая лицевая, вот мы между петельками снова сделали прибавку и довязываем по рисунку. Второй ряд я не буду повторять. Там идет все по рисунку, второй ряд. Между маркером вяжите резинку 2 на 2. Тут плохо видно. Вот в итоге вот так получается. Вот такая регланная линия. Красивая, спортивная, легкая, да, самое главное. Красиво, аккуратно смотрится в изделии. Кому помогла, с вас пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!